Здравствуйте, здравствуйте, рада вас приветствовать. Меня зовут Анастасия Пенитовская. Вы находитесь в онлайн-студии Tribal Belly Dance, фитнеса и йоги Пандук, город Москва. Сегодня я здесь, чтобы познакомить вас со всеми онлайн-продуктами студии. Это те продукты, с помощью которых вы сможете улучшить свою технику, улучшить свое понимание, а также навык в создании tribal образа, например. Но сразу хочу оговориться, что формат онлайн занятий, он вообще подходит не всем ученикам. Для меня это больше для профтанцоров, которые уже наработали определенный навык распределения времени в течение дня и могут выделить кусок своей жизни, своего свободного времени для того, чтобы посвятить его танцевальной рутине. Если вы спросите меня, можно ли научиться танцевать онлайн, я скажу, что категорически да. Почему? Потому что вы самостоятельно построили расписание, у вас есть ежедневно хотя бы по 5-15, а то может быть и час времени, вы повторяете одно и то же снова и снова, перематривая, просматриваете, не пропускаете тренировки, стараетесь уделять танцу столько времени, сколько можете, но вот если человек заинтересован, я считаю, что он может найти возможность и даже иногда выделит где-то больше времени, чем мог бы, если бы это была офлайн-группа, потому что для посещения офлайн-группы нужно доехать до места, и это время. Время потратится на дорогу туда и обратно. А здесь вы дома, вы можете, у вас есть свободных 5 минут, на кухне, в коридоре, в комнате, раз включил, посмотрел, пересмотрел, повторил. Я считаю, что это отличный профит. Если что-то не получается, то можно вернуться к этому движению, к этому уроку через некоторое время, когда вы успокоитесь, когда, может быть, мозг осмыслит, и тогда все получится. Но важно распределять нагрузки, потому что если вы захотите за последнюю неделю взять весь курс, конечно же, вряд ли будет высокий уровень. А если вы по чуть-чуть каждый день распределили нагрузку, то в итоге результат обычно получается очень хороший. Могу сказать на себе, я стараюсь каждый день сделать небольшой вклад, сделать что-то маленькое, отработать какое-то одно-два движения, вот, и в конце собрать уже это в связку, либо в танец. Таким образом достигается высокий результат исполнения и высокий результат техничности. Что ж, давайте теперь поедем непосредственно в те онлайн-продукты, которые представлены у нас на сайте. И опыт показывает, что не все интересующиеся сайтом понимают, как им правильно пользоваться. И сейчас я покажу, как и где посмотреть о всех наших онлайн-продуктах. Переходим на сайт panduk.ru, и здесь уже в самом верху есть кнопочка онлайн обучения. Нажав на нее, вы попадаете на сайт, он посвящен только онлайн обучению, онлайн студии. Здесь есть анкета, заполнив которую, вы создаете себе личный кабинет, и переходя в личный кабинет, вы можете тут же начать обучение, пройти пробные, бесплатные обучающие видеоуроки. Дальше представлены видео, в которых есть небольшие обучающие программы. Видео о том, как проходит обучение в онлайн-студии, расписание запусков, а также описание всех наших вебинаров и курсов с открытой датой. Кроме этого, здесь можно еще по-другому. Спускайтесь немножко вниз, здесь мое приветственное видео, и вот здесь вот выберите формат, который вам подходит. Находите обучение онлайн, узнать подробности. То же самое, попадаете на тот же сайт. Можно еще после
оплаты занятий. Вы видите, здесь представлены уже некоторые марафоны и вебинары, но это маленькая-маленькая часть их. Чтобы посмотреть все, нажимаем «Посмотреть все онлайн-продукты» и снова оказываемся на сайте, посвященном онлайн-студии «Пандук». Вернемся к продуктам. Ссылка на сайт с онлайн-продуктами panduk.ru/online. Переходя на нее, как вы видели, можно заполнить небольшую анкету. Вам потом приходит письмо с логином и паролем, вы его подтверждаете, заходите. Прям первое, что вы увидите, это онлайн-курс для начинающих. Попробую прямо сейчас. Это бесплатные уроки по истории трайбла и базовым знаниям. Как это выглядит? Вот в личном кабинете, вот здесь вот есть специально для вас, я оставила ссылочки, и это уже практические занятия. Здесь описана постановка корпуса, урок по бедрам, урок по рукам и урок по волнам. Все просто, очень нативно. Просматривайте уроки, если хотите, задаете вопросы, если у вас появляются вопросы. Даете какие-нибудь рекомендации, если хотите что-то написать. Из платных наших услуг. Значит, вебинары представлены также на сайте panduk.ru/online. И вебинары представлены у нас сериями. В каждой серии по 3 вебинара. Некоторые из них находятся в разработке, но там есть свои нюансы. Я сейчас вам все подробно расскажу. Самое интересное лично для меня и самая, наверное, вдохновляющая серия вебинаров – это серия «Собери свой уникальный трайбл образ». Находится на сайте через panduk.ru/tribal-look. Итак, в серии представлено 3 вебинара. Первый вебинар в записи от 3 января 2023 года называется «Tribal макияж». К нему вы еще получаете раздаточный материал в 39 слайдов. Программа вебинара. Вы узнаете о том, что такое сценический образ, узнаете и про типирование, узнаете про дневной и вечерний макияж, а также чем они отличаются от сценического, какие вам необходимы будут материалы и какие необходимо пройти последовательно подготовительные процессы, чтобы подготовить себя к нанесению сценического макияжа. Далее будет макияж глаз, тонирование, скульптурирование, мокрое и сухое, макияж губ. Расскажу про ресницы, потому что наклеивание ресниц обычно для студентов это самая большая проблема. Так вот, здесь про это будет. В конце мы подведем итоги. Накрашусь вместе с вами, вы все это увидите своими глазами, в конце скачаете раздаточный материал, и у вас останется образ, у вас останется понимание, у вас останется раздатка и, так сказать, собственное накрашенное лицо. Второй вебинар, это вебинар в записи от 5 января 2023 года, называется «Tribal прическа». Здесь раздаточный материал в 61 слайд. О чем мы поговорим на этом вебинаре? Программу вебинара мы разберем снова сценический образ, необходимые материалы и подготовительные процессы. Здесь тоже будет все очень последовательно. Дальше сделаем прическу на свои волосы. Я вам расскажу, какие лучше всего выбирать шиньоны. Они могут быть с разными вариациями крепления и перекрытия. Расскажу про цветы и украшения на голову, а также самое интересное про тюрбан. Как его крепить, как его собирать, как его украшать. И все это мы последовательно сделаем. То есть я буду рассказывать про любые головные украшения. Вот. И здесь будут еще про возможности, про дополнительные украшения. В конце подведем итоги и соберем образ. Третий вебинар из серии тоже очень интересный и очень объемный. Это, наверное, самый большой вебинар, который на сегодняшний день у нас есть. И это вебинар «Tribal костюм».
Проблема начинающих в том, что они не понимают, что можно, что нельзя. Каждый раз при подготовке к первому, второму, третьему выступлению ко мне приходит очень много сообщений в личку про то, а это подходит, а это подходит, а это подходит. И я считаю, что главной проблемой этого является то, что начинающие студенты не имеют еще насмотренности. Так вот, этот вебинар совершенно точно поможет вам сформировать насмотренность. И после него вы сможете сами себе ответить на вопрос, а подходит вам это или нет. В программе вебинара снова мы проговорим про сценический образ, про особенности костюма в групповой импровизации, эти либо FCBD Style. Почему? Потому что в Tribal Fusion вы все-таки не ограничены в полете фантазии, а вот в групповой импровизации, к сожалению, у нас есть достаточно строгие, я бы сказала, даже суровые каноны. И там костюм, он имеет такую наслоенность, вот и чтобы сделать все, и ваш образ смотрелся целостно, смотрелся гармонично, нужно все-таки понимать, что с чем сочетается, а что не сочетается. Хотя здесь тоже все зависит от подачи, от образа, который вы придумали под данную музыку. В рамках вебинара мы поговорим про чоли, лифы, шаровары, юбки, платки, пояса, про украшения, а также будет информация про сьют, если вы не знаете, что такое и с чем это едят. Я расскажу про свой опыт, про те новшества и возможные вариации, которые мы в Пантуке создали, как мы преобразовали обычный классический костюм и что мы сделали, чтобы разнообразить наш образ танцевания. И, значит, каждый вебинар у вас в доступе в течение 31 дня, если вы покупаете любой один. Значит, для вебинара Tribal Макияж это сам образ вы получаете, последовательную структуру, вы знаете, что зачем делать, у вас будет набор как бы визуализации тех продуктов, которые нужно приобрести, чтобы достичь такого результата. И мы вместе попробуем нарисовать такое лицо. Раздаточный материал, как раз это все в нем, 39 слайдов, и стоимость одного такого вебинара 3500 рублей. Значит, Tribal прическа. Его продолжительность 3 часа, доступ на 31 день, раздаточный материал для скачивания 61 слайд, и стоимость такого вебинара 3000 рублей. Вебинар Tribal костюм, но это мой фаворит. Фаворит прям, я всем советую, всем начинающим кто заходит в групповую импровизацию, советую. После него есть очень хорошие отзывы, девочки полностью поменяли видение, поменяли образ. И вот до и после, я просто видела эти фотографии, намного, много стало качественнее. Но это мое видение. Значит, продолжительность вебинара Tribal костюм 3 часа 45 минут. Вы получаете доступ на 31 день. И здесь раздаточный материал для скачивания. 120 слайдов. После этого, ну, если вы скажете, что вы не поняли, как выбрать себе чоли, как выбрать себе украшение, какое украшение подойдет или нет, я уже не знаю, как вам помочь. Так вот, стоимость этого вебинара 4000 рублей, и у нас есть специальное предложение, когда вы покупаете все вебинары серии. Покупая их, вы получаете Tribal макияж, это 3,5 часа, Tribal прическа, 3 часа, Tribal костюм, 3 часа 45 минут. Доступ уже весь будет в течение 91 дня. И покупая все их, у вас небольшая экономия в 20%, и стоимость всей серии вебинаров обойдется вам в 8400 рублей. Вот здесь вот можно почитать отзывы. Я вам, например, предлагаю здесь такие. Очень важный цикл вебинаров, мне кажется, он нужен всем новичкам, чтобы голова встала на место. Потому что, когда ты приходишь в Tribal, на тебя обрушивается куча имен, терминов, названий, атрибутики. Ты подписываешься на группу ВК, начинаешь понемногу разбираться, но все равно очень сложно отделять главное от второстепенного. Я совершенно согласна с девушкой, которая написала вот этот вот комментарий, считаю, что да, это точно так.
Анастасия, вы большая умница, не только помогли понять и разобраться в достаточно сложных скрытых моментах трайбл-образа, но и вдохновили на подвиги. Да, потому что я, кроме того, что рассказываю теорию, еще рассказываю о своем собственном опыте. Было очень интересно, познавательно и полезно, очень глубокое погружение в тему вебинара. Была и теоретическая часть, и практическая часть. Теперь нужно еще несколько раз закрепить пройденный материал, и уже ничего не будет страшно. На это вам дается время. То есть спокойно, не один раз посмотрели и конспектировали, а можно просматривать в течение месяца, что-то уточнять, что-то записывать, если нужно. Для меня макияж всегда был проблемным вопросом, даже сейчас себе не уверена. Но когда расставлены ориентиры, жизнь существенно облегчается. Хорошо, что появилась такая идея сделать тематический вебинар. Это упрощает подготовку к выступлению и позволяет получать максимум удовольствия. Да, и в обычной жизни все полученные знания тоже можно использовать в облегченном варианте. Конечно, конечно. И теперь мы узнали, как создается такая красота, так сказать, с научной точки зрения. Я трайбл занимаюсь с 2015 года, и пока я дошла до более-менее приемлемого варианта макияжа, прошел не один год, а тут 3,5 часа и все рассказали. Конечно, в данном вопросе очень важна практика, причем желательно систематическая, но после занятия становится понятно, что нужно делать и к чему стремиться. Жизнь становится проще и играет другими красками. Какой труд вложен в эти уроки? Громадный. Я думаю, что вы очень сильно любите то, чем занимаетесь, потому что такой подвиг сложно повторить. Действительно люблю. И это мои любимые вебинары на сегодняшний день. Несмотря на то, что я знаю про кисти, спонжи, смоки, скульптурирование, так как брала урок у визажиста, для меня МК оказался полезным, так как дал уверенное понимание правильного и неправильного, специфику сценического макияжа в плане тонирования, цветовой гаммы, наклеивания декора. Не пожалела, что записалась. Это то, что пишут участники, это их отзывы. Девушки 3 дня по несколько часов были на всех вебинарах. Ну вот они получили определенный опыт. Итак, следующее. Следующая серия, это серия «Создай свое идеальное выступление». Сразу говорю, что она не до конца еще законченная, но это дает вам даже преимущество. Итак, первое. Первый вебинар из серии называется «Создание сценического выступления в групповой импровизации. Раздаточный материал на 44 слайда». Что будет на вебинаре? Вы узнаете, из каких элементов состоит сценическое выступление, что такое композиция танца. Узнаете об элементах танца в групповой импровизации, что такое сценическое пространство. Вот если вы не знаете ничего про сцену, про ее элементы, этот вебинар совершенно точно вам поможет. Вы узнаете про сценические планы и свет. Поверьте мне, это очень важно, если вы начинающий преподаватель или начинающий сольный танцор. Вы узнаете о законах сценического восприятия. Нужно понимать, как зрители видят танец, потому что не всегда то, что вы сделали, приемлемо для зрителя. Вы узнаете о композиционном рисунке, узнаете о построении и развитии рисунка, а также научитесь его записывать. Узнаете о восприятии, приемах удержания зрительского внимания, о средствах музыкальной выразительности и о том, как делать анализ музыкального произведения. Также мы немножко, чуть-чуть затронем драматургию произведения, а оно есть и в танце, и в музыке, и важно научиться их совмещать. Мы разберем также, вот это если была теоретическая часть, то будет практическая часть. В практической части мы разберем построение сценической импровизации, это прям чистой импровизации, на 2 примерах. Это было 2 дуэта, и называются они «Кошачья полька» и «Усыновить бомжа». Так называется трек. Дело в том, что мы проводили эксперименты, и первый раз мы пошли под музыку, ну, просто выбрали музыку, отдали ее организаторам вечеринки, и нам ее поставили, мы под нее выступили. У нас был какой-то план, мы его придерживались, но музыку мы не наслушали. И второй раз мы решили усугубить
И попросили зрителя выбрать нам музыку для импровизации. Музыку выбрали, откровенно говоря, быстрее, чем бы хотелось. Она была отчасти 4 четверти, хотя там был один сложный, очень сложный момент, с которым мы отчасти справились. Не могу сказать, что идеально, но тем не менее. Ну, потому что музыка была с секретиком. Вот. На этом вебинаре можно познакомиться с прям идеи того, как мы создаем сценические выступления, как мы создаем сценические импровизации, не зная музыки, но имея какой-то план. В конце мы подведем итоги, и если у вас возникнут вопросы, то, конечно же, и после просмотра вебинара можно их будет задать, преподаватель обязательно вам на них ответит. Следующий вебинар очень интересный. Все знают про то, что такое трайбл, но немногие знают, что у трайбла есть своя философия, своя психология восприятия некоторых элементов. Поэтому я создала вебинар, который называется вот «Психология трайбла». Что же там? Что там внутри? Мы поговорим о колесе баланса для танцовщицы. И этот вебинар, он такой для меня необычный, потому что я буду говорить про танцора, про преподавателя, про руководителя студии, а это разные ипостаси. Мы проговорим про мотивацию и вообще типологию мотивации. Мы поговорим о проблемах самоидентификации, возможностях продвижения и заработка в трайбле. Мы поговорим о теориях сценического выступления в групповой импровизации. Уже извините, что я про групповую импровизацию, но это моя специализация, поэтому я в ней разбираюсь. Я в ней прям и теоретически, и практически имею опыт. Я вам расскажу про пуджу, либо ее называют movement meditation, gratitude meditation, либо пранам. Что она нам дает, чему она нас учит? Это там очень глубокая философия, из которой можно очень много подчеркнуть. Я вам покажу, расскажу кодекс танцовщицы труппы Fat Chance Belly Dance, а также мы возьмем для себя этические нормы и правила, которые я взяла не вот у труппы Fat Chance Belly Dance, а все-таки мне ближе опыт Станиславского. И я вам поделюсь, что я из этого опыта смогла подчеркнуть для себя. Расскажу прям о себе, о своем опыте, о своем видении и об образе правильного и неправильного. Для многих преподавателей и танцоров в том числе это важно. И я хочу, чтобы вы понимали, наверное, как устроен мир человека с таким объемным сценическим опытом, как я раньше воспринимала танец, сценическое выступление, и как я воспринимаю его сейчас. В конце мы подведем итоги, и я с большим удовольствием отвечу на ваш вопрос. Вебинар, он сейчас в разработке. Называется вебинар «Tribal музыкальность». Он очень будет близок по структуре со созданием сценического выступления, но он будет про музыку, о том, какой завиток, куда. Есть в музыкальности одна большая проблема. Каждый из нас имеет свой опыт, свою индивидуальную наслушанность, поэтому каждый из нас воспринимает музыку очень-очень по-разному. И на самом деле это очень классно, потому что в этом случае нет двух одинаковых хореографов, нет двух одинаковых соло-исполнителей, нет нескольких одинаковых исполнителей групповых номеров, ну, постановщиков я имею, хореограф-постановщиков групповых номеров. Каждый номер наполнен чем-то своим. Каждая музыка у каждого человека вызывает свои образы, дает возможность вот представления своей какой-то картинки. И это классно, это прям фантастически здорово. И я вас хочу познакомить со своим опытом работы с музыкальностью. Вот. Но этот вебинар еще в разработке. Значит, быстро по всем вебинарам. Вебинар создания сценического выступления, его продолжительность 4 часа, покупая его, вы получаете доступ на 31 день, раздаточный материал 39 слайдов, его стоимость 3500. Можно посмотреть на сайте Tribal Stage. Вебинар «Психология Трайбла» 3 часа, также доступ на 31 день, раздаточный материал в 40 слайдов, его стоимость 3000 рублей.
И вебинар вот как раз в разработке, его можно уже приобрести. Приобретая его, вы получите возможность участвовать в нем, так сказать, прям онлайн, задать свои вопросы, поговорить, обсудить какую-то животрепещущую для вас тему. И в проекте у нас все вебинары всегда по 2-2,5 часа. Но вот, уходя за пределы этого времени, они становятся более наполненными, они становятся более, как сказать, обработанными, да. Чем отличается вебинар онлайн от записи? Никогда не знаешь, что произойдет онлайн. А вот в записи это у вас идет уже финальная запись, то есть она вычищена от ляпов. Если был какая-то проблема, да, то в монтаже это все уходит, и вы получаете конечный вкусный, сочный продукт. Поэтому вебинары в записи будут всегда стоить дороже. И здесь тоже будет обязательно раздаточный материал. Его стоимость пока на уровне разработки 2500. И уже сейчас можно приобрести всю серию вебинаров «Создай свое идеальное выступление». Это создание сценического выступления 4 часа, психология Tribal 3 часа и Tribal музыкальность. Пока мы планируем, что он будет 2 часа. Доступ на 91 день. И, соответственно, покупая все вебинары сессии, получается, вы экономите 20%. И все вебинары будут стоить не ту сумму, да, посчитаем, давайте, это получится 3, 6, 7, 8, 9 тысяч, да, но экономия, покупая всю серию, они получаются 7 200. И посмотреть все про идеальное выступление, про серию вебинаров можно на сайте Tribal Stage. Поехали дальше. Следующая серия, наверное, пока мой фаворит. Я думаю, что она разрастется и выйдет за пределы 3 вебинаров. 2 из этих 3, сразу вам скажу, в разработке. Они были записаны, но произошли там некоторые технические накладки, вот именно в записи. Поэтому люди, которые пришли, они получили ответы на свои вопросы, они получили опыт, который хотели. Но вот для записи эти вебинары еще, ну, не доведены до ума, я бы сказала. Вот. Мой любимый, мой вебинар, в котором я вложила душу, и он уже есть в записи, это первый вебинар из серии «Прокачай свой трайбл» о шиме 3 четверти, о теории до результата. Плюс раздаточный материал 29 слайдов. Я рассказала все о шиме, анатомии движения шими, о том, как подготовить свое тело, какие подготовительные упражнения сделать, чтобы вы были готовы технически. Рассказала о механике шага и процессе переноса веса. Мы затронули понятие шими стейшнери и разобрали шими 3 четверти на скорости 1 вторая. В качестве таких движений они были разобраны как бокс-степ и чик оф коннерс. Мы разобрали понятие тактовости и изотактовости для движения шины 3 четверти. Мы сделали учебные связки. И самое главное, вот это прям для меня было важно, показать транзишны. Транзишны – это переходы между движениями. Как одно движение заканчивается и как оно плавно перетекает в другое движение. И на этом воркшопе, воркшоп – это как вебинар, просто на котором мы двигаемся. То есть, если вебинар – это я говорю, воркшоп – это значит, там будут какие-то упражнения, которые нужно будет встать и сделать. Вот. Он прям сейчас тоже, вот если в первой серии там tribal костюм, то здесь вот этот вот про шины 3 четверти. Мой фаворит, моя любовь, всем советую. Следующий воркшоп в разработке – это партер. Расскажу о партере в групповой импровизации. Я думаю, мы затронем все левелы партера, кроме самого последнего. Почему? Потому что этот уровень партера я бы хотела рассматривать в рамках другого воркшопа, который будет связан с прогибами. Там очень много затрагиваются техники прогиба. Само падение, возможно, мы коснемся, но без лейбека. Вот.
Еще один воркшоп в разработке будет затрагивать волны животом. Для танцоров, трайбла, белиданса, для любых танцоров, которые работают вот областью живота. Я считаю, что это важный, необходимый мастер-класс, потому что мы tribal belly dance. Belly dance означает танцовщицы танца живота. Живот, вот чтобы его наработать, чтобы он хорошо работал с болеролом, чтобы хорошо работал, чтобы он был мягкий даже банально. Здесь нужно понимать, как, что, какие мышцы, как тренировать, как создать упражнения для своей ежедневной рутины. И это то, чему я вас научу, да. А эти вебинары в разработке, соответственно, вы можете попасть даже на онлайн такое мероприятие, задать свои вопросы и прочувствовать все это на себе. И сейчас уже можно приобрести воркшоп в записи «Шиме 3 четверти. От теории до результата». Его продолжительность 3 часа. Доступ вы получаете на 31 день. Раздаточный материал на 29 слайдов. Стоимость 2500. Я думаю, стоимость скоро вырастет. На сайте можно посмотреть вот сайт, посвященный этой серии. Называется Tribal Body. Если что, можно найти туда ссылки на сайте онлайн, где мы освещаем все наши онлайн-продукты. И вот два в разработке, это партер и волны живота. Они пока запланированы на 2 часа, но я уверена, что они выйдут за этот лимит 100%. Продолжительность будет, ну вот, плановая 2 часа. Доступ вы получаете на 31 день, и, соответственно, будет раздаточный материал обязательно, чтобы вы не держали это в голове, а смогли, может быть, распечатать, вложить в какую-то папку-конвертик, и когда вам будет нужно, когда вы с учениками либо самостоятельно дойдете и захотите планово сделать вот серию упражнений для себя, вы просто откроете, найдете нужное, подберете для себя что-то и погнали. Стоимость пока на вот этой, на уровне разработки 2500 рублей. Итого, итого. У нас все первые воркшопы, все первые вебинары, которые в разработке, и в продажу они выходят по одной стоимости, 2500. А вот дальше они начинают расти. Почему? Потому что мы работаем, мы дополняем, записываем, потом обрабатываем видео, и, соответственно, у нас получается суперготовый, суперпрофессиональный продукт, который вы можете потом использовать, и в нем только полезная информация. И покупая все вебинары из серии «Прокачай свой Tribal», а их пока три, но я уверена, будет больше. Здесь, значит, шиме 3 четверти от теории до результата, партер в групповом импровизационном белиданце 2 часа, волны животом для танцоров белиданса 2 часа, доступ на всю серию 91 день, плюс раздаточный материал вам для скачивания собственного пользования. И, соответственно, вы сэкономите, и вместо 7500 рублей получите 20% скидку и потратите на эту серию всего 6000 рублей. Сплошные бонусы, мне кажется. И еще классное тело, которое умеет. А для меня важно научать танцовщиц сделать то или иное движение, приводить их к результату. Но для этого мне, конечно, нужно, чтобы вы имели со мной обратную связь, чтобы я могла быть в связке с вами. Вы мне говорили, что вы чувствуете, как у вас это происходит, и получали обратную связь. Что ж, а теперь переходим к курсам. Курсы точно так же представлены на сайте panduk.ru/online. И первый курс, это курс в записи, называется «Сагат и водный курс». Он посвящен тем, кто только учится играть на сагатах. Мы пересмотрели его, и теперь он стал еще больше, еще шире, там еще больше бонусов, ну и, соответственно, цена тоже изменилась. Значит, программа курса следующая. Вы получаете 12 видео длительностью от 5 до 15 минут. Там будет видео об истории сагат, краткий анатомический экскурс. Нам это нужно, потому что, чтобы получить определенный результат, а именно наработать скорость
сбрасывание среднего пальца, нам нужно будет немножко потренироваться. Для начала разобраться в анатомии, как что устроено, а потом сделать упражнение для подготовки рук. Также будут видео о музыкальности и звукоизвлечении. Мы научимся записывать партитуру. Сделаем подготовительные упражнения, изучим основные паттерны. И у вас еще будет теоретическое и практическое задание, выполнив которое, вы получите обратную связь. Плюс бонус – теория об игре на сагатах в такт и за такта. Это вот если вы не сходили на воркшоп о шиме три четверти и не поняли все-таки, где такт, а где из-за такта, то можно посмотреть вот этот вот, пройти этот курс, да, по сагатам, и тогда, может быть, оно облегчит и изменит технику вашего шима. Плюс шикарный бонус, который я сейчас внесла. Почему? Потому что о нем очень-очень хорошие отзывы. Вы получаете бесплатно бонусом 4 недели тренировки. Я проводила мышечный тест. Группа была разделена на две. Одни тренировались на дереве, потом играли на металле. Одни тренировались на металле и вот, ну, как бы делали тест тоже на металле в конце. Идея заключалась в том, что так как мы набор просто мышц, на дереве звукоизвлечение идет несколько другим способом. Там нужно сильнее ударить, сильнее сбросить вот верхний палец, средний. И у меня была идея, что люди, которые тренируются на деревянных сагатах, впоследствии они звучат грубее несколько. Почему? Потому что для того, чтобы сделать красивый качественный дзынь, достаточно небольшого усилия. А вот на дереве это усилие прилагается больше. Так вот, но научаемость мышц происходит постоянно на дереве. Все 4 недели была на дереве. Вот, кто репетировал, в любом случае, все девочки повысили результат, повысили скорость, кто-то просто свою осознанность. Все по-разному смогли этому уделить время. Поэтому у всех был очень разный результат. И это же был не платный курс, а бесплатный курс, поэтому не знаю почему, но как-то, видимо, в менталитете все относятся очень по-разному. Самое главное, что да, действительно, игра изменилась, отзывы прекрасные, я вам сейчас их почитаю, вы сами убедитесь. Значит, курс записи, вот к нему доступ на 91 день, плюс раздаточный материал у вас будет для скачивания, там очень много раздаточного материала, там музыка, там дополнительные видео, видео о том, как наработать вот эту вот музыкальность, как настучать, всем супер полезно. Вообще этот урок у нас в курсе был по групповому импровизационному билли-дансу, левел 1. Но из-за того, что он очень объемный, очень, как вам сказать, вдохновляющий, очень впечатляющий, дающий определенные результаты, мы его вынесли как отдельный вот такой объемный курс. Давайте обратимся к отзывам участников. Значит, здесь прям вдохновляюще написано. Я начала выполнять упражнения только сегодня, очень сложная неделя на работе, извините, я просто поражена и не могу не выговориться. Текст получился эмоциональный, если тяжело воспринимаете чужие эмоции, то промотайте, пожалуйста, про физуху напишу отдельно. Мне даже не приходило в голову, что с агатами можно играть. Ну, в смысле делать то, что хочешь, подыгрывать музыке, подыгрывать медленным движением АТС или просто импровизировать и просто сделать бряк, тогда, когда хочется. Для меня всегда сагаты были мучением, потому что очень плохо слышу ритм и почти не понимаю, обгоняю я музыку или наоборот отстаю. То есть для меня в танце сначала нужно начать двигать ногами в ритм, осознать, что все тело тоже так же двигается, проверить, что я совпадаю с музыкой. А потом попробовать прислушиваться к своим сагатам или сагатам группы и синхронизировать их. На этом месте еще раз проверить ритм, в ритме двигается тело. Вспомнить про сагаты, обнаружить, что упали локти или еще хуже, руки заклинились в одной позе, их уже не
засунешь сложные движения типа турки шими with arms. Или руки двигаются правильно, и сагаты молчат или звякают одновременно, но в 6 раз реже, чем у группы. В прошлом году я в течение месяца ежедневно по 40 минут гуляла в лесу, набивая сагаты под шаг. И лучше не стало. В смысле, что двигаться под музыку я с ними так и не смогла. Индивы от моего тренера и МК от известных танцоров мне тоже не помогли. В общем, я ненавидела сагаты 2 года. У меня вот прям душа кровью обливается. Я сижу, извините, что плохо читаю. У меня здесь просто маленький такой экран. Не очень хорошо видно, заранее извиняюсь. Но вот стараюсь максимально. Если что, выключите просто звук и почитайте. Либо зайдите на сайт, там тоже можно почитать. Так вот, пока вот сейчас не попробовала ими просто позвякать, как мне захочется под эту самую Кармен. Там просто упражнения определенные. Дайте себе возможность их пройти. Вы прочувствуете. Это, я могу долго про это разговаривать, но это нужно прочувствовать. Я подбирала музыку, я подбирала упражнения, вложила в это много себя. Это было приятно, это было красиво, это ощущалось не как обычно, будто я загнанная лошадь и бегу дистанцию из последних сил. Просто танец, просто нормальный, вдохновенный танец, как я привыкла. Только еще можно делать тыгдык-тыгдык и бряк, и это очень украшает движение, и я прям увидела, как у меня в зеркале загораются глаза на каждый бряк. Если честно, если честно, я от нахлынувших эмоций просто села и разрыдалась, потому что я теперь не буду инвалидом, который один в группе не способен к быстрой части АТС из-за долбанных сагат. Я понимаю, что мне еще учиться и учиться, но как будто исчезла какая-то стена внутри, как дамбу прорвало. Сегодня я полюбила свои сагаты и жду не дождусь, когда руки придут в себя, чтобы завтра танцевать с ними еще раз. Анастасия, большое вам спасибо за этот эксперимент. Ох, это прям, я помню, я читала, когда первый раз, я тоже растрогалась и, по-моему, тоже рыдала, потому что столько внутреннего сопротивления, столько нелюбви к такому, ну, как бы сагаты, хотя бы базовый паттерн, он не является прям суперсложным, потому что там триплет и по мнению Джамилы Салимпур, именно триплет мы выбрали из-за его простоты. Но вот оказывается, триплет может быть таким камнем преткновения. Ох, прям да. Там еще есть, пожалуйста, почитайте. Пишут, что курс очень хороший, есть теоретические знания, практические знания. Ваша задача просто взять и тренировать. И каждому, поверьте, откликнется свое. И я сделала для этого максимум. Я подошла к сагатам с точки зрения свободы, с точки зрения импровизации, с точки зрения порыва эмоций. И я подошла с точки зрения механики, с точки зрения работы с движением, с точки зрения, ну, как бы, работы с разными скоростями. Поэтому в любом случае вы повысите свои возможности. Вы наработаете новый навык. Так, вот еще. Мне нравится вот этот. Глаза боятся, руки делают. Это пословица про сагаты для меня. Когда бегло просматриваешь домашку, был ужас. Страшно было за все это браться. Потом в процессе приходит понимание и даже удовольствие от игры. Я еще не бралась за наложение сагат и движений танцевальных, но думаю, этот процесс мне понравится. Урок по сагатам крутой, конечно. Ну да. Если курс по сагатам является курсом в записи, и вы можете его купить в любое время, то есть дата открыта, то следующий курс «Прочувствуй свое тело заново». Он про восстановление после тренировок с помощью самомассажа. Это моя новая разработка. Я его длительное время проживала. Я зашла через миофасциальный релиз. Я заходила с помощью индивидуальных тренировок. Ну, то есть спасибо всем тем девушкам, которые приходили ко мне на индивидуальные занятия. Я поняла, с чем
с какими сложностями и с какими болями в теле сталкивается танцовщица, и не только трайбла. Так вот, данный курс станет отличным помощником в изучении анатомии танца для начинающих и продвинутых танцовщиц в стиле трайбл и беллиданс. То есть это не только для трайбалов, для беллиданса тоже. Идея курса – научить танцовщиц понимать и различать напряжение в теле, которое возникает во время тренировок, ну, либо после, и снимать это напряжение, то есть уменьшать болевые симптомы в местах локализации с помощью методов самомассажа. И вот, знаете, вот это, наверное, не конечно, потому что мы будем где-то расслаблять, а где-то мы будем закачивать. Не бывает так, что в теле вот только расслабление, либо только закачка. Они настолько совмещены друг с другом, как говорил мой гуру, ну, как бы, я уверена, продолжает говорить, что без, например, силовых упражнений нету хорошего шпагата, нет хорошей растяжки, и наоборот, без хорошей растяжки нет, как бы, хороших силовых упражнений. Я кое-что прочувствовала на себе, наверное, не до конца, и мой путь все еще проходит, то есть я все еще по нему иду, но на сегодняшний день могу сказать, что действительно техника улучшилась, я знаю, как облегчить свою жизнь быстрее. И я знаю, как облегчить эту жизнь и вам, и уже практикую на своих студентах, уже помогаю им, и, ну, как бы, отзывы хорошие. И я вижу, что они по-другому входят в практики. С помощью этого курса вы установите связь с телом, научитесь прислушиваться к себе, анализировать свои чувства и ощущения, изучите анатомию беллиданса в теории, на практике. У нас будет теоретика, практические занятия, вот на которых мы прям разберем. Проанализируйте вы свои ощущения после тренировок. Возможно, это будет подспорьем для того, чтобы переосмыслить базовую позицию и некоторые движения, ну, либо в Tribal Fusion, либо в групповой импровизации. Вы изучите основные приемы самомассажа и научитесь использовать их для себя и своих клиентов. Программа курса следующая. У вас будет в самом начале, покупая курс, вы получаете сразу 3 предзаписанных видеоурока с уроками по миофасциальному релизу. Они от 20 до 30 минут, чтобы разобраться, что это такое, как к этому подойти, а вдруг вам это не подойдет, а вдруг подойдет частично. Выбрать из всей вариации те упражнения, которые откликаются вам. Мы последовательно разберем вот на этих предзаписанных видео полный самомассаж с применением массажного ролла и одного или двух мячиков. Начнем с массажа стоп, далее перейдем к голени, мышцам таза, бедер, ягодиц, груди, спины, а также шеи. Шея – это обычно очень кайфово. Таким образом, вы в четкой структуризированной форме получите от меня набор упражнений на каждый день, которые вы сможете использовать либо дома, либо в зале. До и после основной тренировки, утром в качестве зарядки, либо, например, после тяжелого рабочего дня в офисе. Это тоже очень ценно. Когда я начинала, я использовала все упражнения, вот именно как такое расслабление после тяжелого эмоционального стрессового дня в офисе. И потом, фишка этого курса, что он очно-заочный. Этот курс, вот каждый его поток, я уверена, он будет разный. Почему? Потому что я хочу пропустить каждую из вас через себя, чтобы мы вместе прошли этот путь. Так вот, мы вместе проведем 5 совместных групповых онлайн-практик. Несколько будет теоретико-практических, несколько чисто практических. И вы сдадите мне запрос, а я дам вам практическое решение. И таким образом мы в группе, вот, которая сформируется на каждый поток, сформируем определенное сообщество со своими болями, решим их, и у вас будет решение своей боли, а также боли соседей. Ну, либо если будет не так много интересных кейсов, то я вам поделюсь какими-то своими кейсами, а у меня, поверьте, их немало. Так как я работаю с тугоподвижностью грудно-поясничного отдела, я работаю с осанкой, я работаю со стопами, я работаю с крыловидными лопатками, то мне есть чего вам рассказать, чем поделиться. Курс очно-заочный, с закрытой датой присоединения, можно присоединяться только в даты запуска. Если что, все вот эти вот разборы, вот здесь вот,
наши групповые онлайн-практики, если вы не сможете в этот день, в это время, а мы обговорим их отдельно с группой, то они будут в записи и можно будет просматривать, но опять же в рамках вот этих вот 5 недель. Длительность такого курса 5 недель плюс 1 для подведения итогов. У вас обязательно будет раздаточный материал. Его стоимость 5850 рублей. И можно его приобрести. А запуск ближайший 18, если я не ошибаюсь, мая. Посмотрите точно на сайте в расписании. Либо на сайте Anatomy for Belly Dance. В одно слово. Вот. И еще я хочу поделиться марафонами. На сегодняшний день марафон. У нас есть супер классный, о нем очень хорошие отзывы. И я прохожу каждый марафон со всеми участницами. И я бы сказала, что даже я его делаю скорее для себя. Например, впереди сейчас майские праздники. Я точно знаю, что наберу. Наберу килограммов, наберу воды. И мне нужно будет прийти снова в форму. Поэтому для этого мне подходит марафон по брюшным манипуляциям «Умный животик». Итак, что в рамках марафона? Урок приветствия с первичными пробами и замерами. Блок по анатомии мышц живота. Мы рассмотрим 4 дыхательные практики, а именно полное квадратное дыхание, капалабхати и бхастрику, а также брюшные манипуляции. Удияну Бандху, с нее мы будем заходить в практику, Агнисара Тхаути, она же известна вам более как флаттер, а также волну сверху вниз, снизу вверх, которая известна вам как Belly Roll, и волну справа налево и слева направо, которая известна как йоговская практика, которая называется Наули. Кроме этого, будут дополнительные упражнения по активации косых и поперечной мышц живота. Это необходимо, и вот именно эти практики помогут вам пересмотреть базовый корпус. И я считаю, что это важно. Может быть, у вас получится, как у некоторых девушек, которые проходили, чаще всего это девушки, которые имеют детей, которые рожали, хуже, честно, дела обстоят у девушек кесареных. Во время кесарева разрезаются ткани, потом они сшиваются. И вот с этим сложнее работать, но тоже можно. Ну, то есть я берусь, я пробую, становится по факту лучше. Вот, у всех по-разному. В конце повторные пробы и замеры, мы сопоставляем результаты и подводим итоги. Угу. И у нас в конце такой выпускной потока с обратной связью и выдачей сертификатов. Кроме этого, вы получаете бонус. Это видео, не скажу какое, нет, узнаете, когда пройдете марафон. За вовлеченность и за прохождение марафона до конца. Там обязательно есть бонус. Длительность марафона 5 недель плюс 1 для подведения итогов и проведения контрольных мероприятий, замеров и вот сопоставления результатов, чтобы можно было сделать выводы. Обязательно должно быть до-после, чтобы понимать, эффективность была или нет, достигли ли мы результата или нет. Важно ставить цель и делать замер. Уровень подготовки может быть любой, но при отсутствии противопоказаний. Пожалуйста, это супер важно, потому что были уже эксцессы, когда люди заходили с противопоказаниями, и, к сожалению, нам приходилось проститься. Ну, они как бы чувствовали это на себе, на своем теле, а я не буду держать человека, у которого есть противопоказания. Быстро пробежимся. Противопоказания – это беременность, либо женский цикл. Ну, то есть, в момент, когда у вас нет женского цикла, вы можете заниматься. И если практика, вот эти 5 недель, они в любом случае попадут у девушки, женщины на цикл, то там достаточно написать, и у вас пролонгируется, ну, как бы, время. Вы получаете доступ, дальше можно смотреть. Значит, миомы матки, кровоточащие или растущие, острые инфекционные заболевания органов брюшной полости и малого таза, обострение хронических заболеваний пищеварения, гастриты, язвы категорически нет. Повышенное артериальное давление можно, когда вы вернете его к норме, но вот если у вас хроническое повышенное артериальное давление, то нет. Варикоз, любая стадия, категорически не возьмусь за варикоз, потому что было, когда девушка с варикозом пришла, и было обострение. Тромбоэмболическая болезнь, почему нет? Потому что мы будем работать с дыханием, мы будем работать с дыхательными такими
практиками, которые работают как насос, как клапан, и кровь будет силой уходить от центра к периферии. И вот если есть тромбы, то вероятность, что оторвется, повышается. Злокачественная опухоль любой локализации. Почему? Ну, потому что кровь по телу будем гонять, кровь, минеральные вещества, кислород, все это будет. Злокачественные опухоли, так это я сказала, пупочная грыжа. Перед марафоном мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с вашим лечащим врачом. Не обязательно, но в любом случае вы подписываете документ о том, что вы не имеете противопоказаний, приступаете осознанно к практикам в течение 5 недель. Марафон проходит следующим образом. Один раз в неделю, обычно по понедельникам, вы получаете предзаписанное видео с объяснением теории выполнения практики на всю будущую неделю. Ежедневно утром натощак делаете практики, снимаете себя на видео и присылаете их в качестве отчета. Это для всех. Вот единственное, не присылается отчет в течение недели, когда вы имеете противопоказания. Остальное все время отчет. В конце недели вас проверяет преподаватель, либо программа подсчитывает количество отчетов и допускает или не допускает вас до практик следующей недели. В зависимости от тарифа, еженедельно проходят встречи с преподавателем для коррекции техники и совместной практики, а также для ответов на появившиеся вопросы. Вопросы точно будут. Коррекция техники нужна, поэтому я советую всем выбирать базовый тариф, но мои советы советами, а там уж смотрите по себе. Существует 3 тарифа присоединения. Все сам. Он самый дешевый. И в нем есть все практики, раздаточный материал, домашние задания, обязательно выполнение и отправка ежедневных отчетов, но без обратной связи. Хочу оговориться, что без обратной связи вас все равно будет курировать преподаватель. И он все равно будет смотреть, чтобы вы не натворили дел. Практики несложные, но не дай бог. Поэтому преподаватель отсматривает все видео ежедневно, ну или там раз в несколько дней, и смотрит, правильно ли вы выполняете. На практике было, когда мне лично приходилось немножечко изменять практику девочек, потому что они залазили в дебри, в которые было не нужно. Я корректировала практику, и тогда становилось все хорошо. Тариф базовый, самый классный, я рекомендую лично. Вы получаете все практики, раздаточный материал, домашние задания, ежедневные отчеты, проверка у вас будет отчетов с обратной связью, вам скажут здесь да, здесь нет, здесь хорошо, продолжай. Пока не получается, ничего страшного, это норма, продолжай. Получается по статистике хорошо на 3-4 день. Вот с этого можно говорить, что вы вошли в практику. 2 сессии вопрос-ответ, дата сессии устанавливается в закрытом чате, тарифа, ну как бы группы. Вот, девушки встречаются, задают, обсуждают, получают ответы, вот, комментарии, и в конце все, кто сделал все домашние задания, получают сертификат об участии. И тариф VIP, это для тех, кто прям точно уверен в себе, имеет свободное время и хочет дойти до результата любой ценой. Значит, вы получаете все практики, раздаточный материал, домашние задания. У вас точно так же ежедневные отчеты и будет проверка отчетов и обратная связь по ним. Сессии вопрос-ответ, вы получаете сертификат об участии и индивидуальный подход. Я сделаю максимум, то есть это работа прям конкретно со мной. И моя задача будет довести вас до результата любой ценой. Возможно, иногда, знаете, как бывает, не хватает времени, но тем не менее, я тогда намечу путь дальнейшего развития. Потому что, представьте, вы 30 лет, там, 20-30 лет делали одно, а теперь за 5 недель вы начинаете делать что-то другое. Результат будет, изменение будет, ощущение, связь с телом точно, соответственно, изменится. Но вот, как бы, не всегда получается довести до волны, например, у кого-то, или до наули. Остается прям чуть-чуть, но я не бросаю. Я намечаю путь, даю точные координаты целей, и вы идете, и потом я еще после конца марафона доступна, мне можно прислать какую-то обратную связь.
Значит, марафон по брюшным манипуляциям, умный животик, длительность 5 недель плюс 1 для подведения итогов, раздаточный материал для скачивания и стоимость в зависимости от тарифа. Все сам 3500, базовый 5600 и VIP 11000. И в этом, вот этот вот у нас будет, если мне не изменяет память, это будет пятый праздничный поток. И для него, для тарифа VIP, я придумала новые упражнения, и мы будем работать в том числе с сутулостью, в том числе с тугоподвижностью диафрагмы, с дыханием. У нас будут дополнительные новые практики. Поэтому, если вам интересно, если вы уже проходили марафоны на других тарифах, то поверьте, сейчас самое то, чтобы приобрести себе VIP и узнать о себе еще больше нового интересного попробовать. А это те марафоны, которые начнутся, ну вот в скорости, да. А то, что можно у нас найти на сайте panduk.ru онлайн. И есть еще два интересных курса. А пока нету запроса, пока от вас не приходит запрос на эти два курса, но я жду. А если не будет, то, скорее всего, они в ближайшем времени будут переработаны, изменены и превратятся в что-то, нечто другое. Сейчас подробнее вас познакомлю и расскажу, что я имею в виду. Секунду. Итак, еще раз вернусь к сайту с онлайн-продуктами. Здесь можно попасть в личный кабинет и получить пробные обучающие видеоуроки. Здесь можно попробовать прямо сейчас посмотреть видео. Вот это вот, если я не ошибаюсь, это разогревающие подготовительные упражнения. Видео о постановке корпуса, видео о базовом положении рук, видео о базовом положении ног. Про то, как красиво делать движение рук по кругу, движение флорео и как на движение руками по кругу накладывать флорео. Значит, здесь видео о том, как проходит обучение в студии Пандук на примере как раз курса по групповой импровизации Level 1. Расписание. 13 мая стартует марафон по брюшным манипуляциям «Умный животик». 18 мая, это будет суббота, стартует курс восстановления после тренировок с помощью самомассажа для танцовщиц «Трайбл» и «Белли Дэнс». И называется курс «Почувствуй свое тело заново». Я рекомендую. Значит, описание о всех вебинарах. Итак, серия вебинаров «Собери свой уникальный трайбл-образ». Серия вебинаров «Создай свое идеальное выступление». Серия воркшопов. Узнай, на что способно твое тело, прокачай свой трайбл. Онлайн-курс в записи с открытой датой, с Агатой вводный курс. И далее идут онлайн-марафоны и курсы с датой запуска. Умный животик 13 мая. Почувствуй свое тело заново 18 мая. И вот они. А, значит, курс по групповому импровизационному белдансу Level 1. Значит, этот курс, как вы видите, старт обучения не назначен, потому что мы пока в ближайшее время не планируем. В прошлом году их было два. Один закончился в январе 24-го. Вот мы закончили, пока не назначали новых дат. Значит, длительность обучения 10 недель. Обращаю ваше внимание, что это обучение не является официальным обучением студии Fat Chance Belly Dance и не может быть приравнено к Tribal Pura, General Skills, Classic or Modern. И это обучение является разработкой нашей студии Tribal Belly Dance, Fitness и Йоги Пандук, и не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Значит, небольшой рассказ про групповой импровизационный Belly Dance, и я называю этот онлайн-курс про Tribal. Почему? Потому что групповая импровизация является основой стиля, классикой стиля, и зная движения
из, например, первых двух левелов по групповой импровизации вы уже, по сути, можете танцевать все, что угодно. Эти знания помогут вам сделать первые шаги, ответить на многие вопросы об истории, терминологии и стилистике танца. Вы здесь найдете базовые определения и понятия, выучите основные шаги движения медленно и быстро частей, субключи и ключи. Научитесь играть на сагатах, как раз сюда включен урок по сагатам. Получите основы ритмики и музыкальности, узнаете основы импровизации и принципы работы в формациях. После того, как вы узнаете основы работы в формациях, легче становится танцевать хореографии. Это точно могу сказать, отзывы прекрасны. Вы самостоятельно научитесь оставлять свои собственные уникальные связки, это может потом помочь в Tribal Fusion, и узнаете, из чего состоит каноничный Tribal костюм. Вот вебинар по Tribal костюму сюда входит, а на тарифе VIP, кстати, входят все вебинары серии «Собери свой уникальный Tribal костюм». То есть, покупая этот курс, вы убиваете очень много лошадей. Он, получается, собран. Там входит сагата и трайбл костюм. И на тарифе VIP прям весь образ. Программа курса обучения, значит, для тарифов все самое, это 10 уроков, 10 недель теории и практики, обязательно домашние задания, без которых, без выполнения которых вы не проходите на следующей неделе. Вы получаете там очень много раздаточного материала, ссылки на дополнительные сервисы, музыку для тренировок и контрольные мероприятия по истечению всего курса, который займет у вас 2 недели, то есть 10 недель плюс 2, получается 12 недель. Для тарифа базовый все то же самое, но вы получаете еще плюс дополнительные бонусы. Первый бонус – это по восстановлению после тренировок, бонус по игре по сагатам, плюс бонус по созданию сценического выступления, то есть туда входит вебинар сценического выступления, и продлевается курс еще 10 недель плюс 31 день. Информации столько, что некоторые люди не успевают ее обрабатывать и просят, пожалуйста, продлить нам. Но вот на тарифе все сам, 10 недель плюс 2 на выполнение контрольного мероприятия и все. А здесь расширяются ваши возможности просмотреть, пересмотреть, что-то сделать. Из домашних заданий вы все время, вот их, у вас теория, и в течение недели нужно выполнить домашнее задание. И некоторые оставляют домашнее задание на последние дни, соответственно, они не успевают, не распределяют все время, или, например, на работе какие-то проблемы, очень загруженный график. И вот плюс 31 день помогает после этого еще раз вернуться, пересмотреть, все сложить по полочкам и уже спокойно дальше идти. Ну и тариф VIP. Тариф VIP – это бомба прям. Там столько, что никто еще нормально не унес. Вы продлеваете все это дело на 91 день. У вас сессии вопрос-ответ, который каждую неделю, встреча с преподавателем для ответов на вопросы. Вы получаете все вебинары серии «Создай свой уникальный образ», то есть наращивается, вы получаете все то, что имеют предыдущие тарифы, плюс это чат индивидуальный с куратором и индивидуальную обратную связь, а также сертификат о прохождении, но он выдается только при своевременной сдаче всех домашних заданий и успешном прохождении контрольного мероприятия. Здесь можно познакомиться с расписанием, есть введение и потом последовательно 10 недель, 11-12 недель контрольного мероприятия и выпускной для курса. Для кого этот курс? Этот курс подойдет вам, если вы умеете планировать свое время, если вы не боитесь сложностей, потому что придется поработать. Ну, то есть, если вы обычно нет, то здесь да. Вы совершенно точно получите простые и понятные объяснения. Я все пробовала на себе, я все через тело провожу, поэтому расскажу, где нажать, где поднажать, где как. Что-то не работает, как это усилить. Если вы мечтаете научиться делать так же, как девушки на видео, если вы хотите найти для себя новое интересное хобби, если вы никогда прежде не танцевали и не знаете, что такое трайбл, хотя, знаете, вот эта вот формулировка, она so-so. Те, кто проходили на тарифе VIP, говорят, что этот курс не для новичков, а для тех, кто уже имеет хотя бы какое-то базовое представление. Новичкам
Сложно, очень сложно, и поэтому многие новички прям слетают. Они заходят, и потом все меньше и меньше, начинают больше и больше не понимать. И несмотря на мою поддержку, все равно человек как бы видит, что это немножко не то, наверное, что он хотел. Вот. А если ты давно танцуешь трайбл и поняла, что перестала развиваться, это будет отличным пинком. Прям пинком двойным, я бы сказала, особенно на тарифе VIP. Если вы танцуете бельданс и хотите открыть для себя новое направление, если вы хотите улучшить свои танцевальные или преподавательские навыки. Разработчик курса я буду держать за руки, и этот курс, который прям в мое ведение, здесь можно посмотреть видеоотзывы, почитать отзывы, которые девушки написали после прохождения курса. Ну, в общем, отзывы хороши. И второй подобный курс, но, к сожалению, в него еще так ни разу не набралось участниц. Это курс Level 2. Длительность обучения 14 недель, старт мы так и не заявляли, и он только для учениц, учеников, прошедших Level 1, либо по личному допуску. Если так судить, вот многие не хотят проходить левел 1, а хотят сразу попасть на левел 2. Я прошу их записать связку танцевальную, ну, то есть я высылаю связку, текстом пишу. Прошу, чтобы они станцевали и прислали мне все как положено с агатами. Они присылают, если мне подходит качество исполнения, я допускаю, если нет, то нет. В любом случае, для левел 2 проблема этого курса, что он еще объемнее и в нем меньше теории и в разы больше практики и больше самостоятельной практики. Поэтому, если вы не справились с левел 1, то на левел 2 вам делать, извините, нечего. Он для тех, кто хочет прям, знаете, как у нас в Пундуке. Мы в Пундуке маленькие, но боевые машинки, которые в любой момент могут встать и станцевать все, что угодно и с кем угодно. Опять же напомню, что это обучение не является официальным обучением студии Fat Chance Belly Dance, не может быть приравнено к Tribal Pooja, General Skills, Classic or Modern, является разработкой студии Tribal Belly Dance, Fitness и Йоги Пандук, а именно моей, потому что там очень много работы с телом, которые я набрала самостоятельно из других источников. И это обучение не имеет аналогов нигде, ни в России, ни за рубежом. А вы уже имеете определенный опыт и хотите чего-то большего, тогда этот курс для вас. Но помните, вам придется делать очень много домашнего задания и заранее распределять свое время. Если вы просто раз в неделю набежали, нет, нет, еще раз нет. На основе многолетнего опыта в групповом импровизационном билли-дэнсе, а также в области фитнеса, йоги и прочих дисциплин, связанных с движением, я создала свой уникальный обучающий курс для танцоров-преподавателей Трайбла. Здесь минимум теории, максимум практики. Каждой идее будет посвящена целая неделя, неделя, на которой вы исследуете свое тело и исследуете движение с разных сторон. Каждый урок разделен на части. Здесь разминка, подготовительные и подводящие упражнения, техника движений, ключи-субключи, вариации связки, чтобы закрепить пройденное обязательное, самостоятельная импровизация и домашнее задание, которое проверяю лично я. Если в Level 1 было много базы теории, логики, основ, то этот курс будет совершенно другой. Тут вы найдете отсылки на базовые движения и теоретические знания, поэтому если вы не проходили левел 1, будет сложно. Много новой техники, факт, и еще больше самостоятельной практики. Новые движения будут неминуемо цепляться за старый опыт, ну как и все. Поэтому всем желающим учиться на этом курсе я советую сначала пройти левел 1 и только потом переходить к левел 2. В противном случае я не могу гарантировать качество и, скорее всего, откажусь выдать сертификат. В результате обучения вы значительно обогатите свой танцевальный лексикон новыми движениями, комбинациями и связками. Совершенно точно подкачаетесь и бонусом разнообразите свою фонотеку. На курсе 14 уроков, 14 недель плюс 2 на выполнение контрольного мероприятия. Теория и практика, новые уроки, ну, условно, они будут открываться каждый понедельник, мы еще договоримся, в какой день, если вы захотите. В зависимости от тарифа будут сессии вопрос-ответ, это живые встречи в прямом эфире для разбора домашнего задания и исправления ошибок.
Домашнее задание каждому уроку обязательно. Без сдачи него невозможно двигаться дальше. Программа заблокирует вам доступ, и вы будете сидеть на одной неделе до тех пор, пока не выполните его. И еще преподаватель может прислать вам на доработку. Почему? Потому что оно выполнено, ну, не в надлежащем виде. Например, если Turkish Shimmy, то я хочу, чтобы в Turkish Shimmy был 3 четверти изотактовый. А вы, как большая масса всех вокруг, танцуете тактово. Я буду отправлять вам на переделку упражнения столько раз, пока вы не сделаете шими правильно. Домашнее задание каждому уроку. Дополнительные 2 недели для выполнения творческой работы, контрольного мероприятия, и будут бонусы в зависимости от тарифа. Здесь вы увидите расписание по неделям. Ну и, соответственно, в конце 15-16 недели контрольное мероприятие и выпускной потока курс по групповому импровизационному бильдэнсу Level 2. Этот курс для... У тебя есть танцевальное и музыкальное прошлое. А лучше еще в групповом импровизационном бильдэнсе, а лучше еще ты прошла до этого Level 1. Ты знаешь базовые движения. Совершенно точно без базовых движений, без хорошей теории, базы делать тут нечего. Ты хочешь развиваться, двигаться дальше, узнать больше. Ты мечтаешь улучшить свои танцевальные преподавательские навыки. Преподавательские навыки прокачиваются только так. Многие мне говорили, что даже с Level 1 у них очень много новых версий вербализации тех или иных движений. Тем более я не использую одну и ту же, я все время использую разные. Тебе, например, не хватает простых, понятных объяснений и танцевальной практики, тебе нужна поддержка и сопровождение, по сути, менторство, и ты хочешь все здесь и сейчас. Тогда этот курс для тебя. Я обещаю, будет сложно, но очень интересно. Вот такие вот у нас курсы. Вот такие полезняшки. Про курс. Пока на сегодняшний день запроса не было, дата открытая, будет все по запросу. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы просмотрите это видео до конца, обязательно задавайте свои вопросы, все ссылки на наши онлайн-продукты я оставлю ниже. Спасибо, что были со мной. Напомню, меня зовут Анастасия Пенитовская. Я руководитель, хореограф, постановщик студии Tribal Бриданса, фитнеса и йоги Пандук. Все курсы и все онлайн-продукты разработаны мной. Все сопровождаются дополнительно раздаточным материалом. Кстати, собирая весь раздаточный материал, вы можете собрать целую книгу по Tribal. И я к этому стремлюсь и вам советую. В проекте, на конец года, планирую создать что-то по прогибам и стопы, конечно же, стопы. Чем больше я танцую, чем больше преподаю, тем больше понимаю, что правильно говорят, что у танцоров трайбла слабые стопы. Поэтому мечтаю разнообразить количество воркшопов, мечтаю разнообразить количество марафонов. Вот, обязательно еще у каждого воркшопа будет марафон, потому что моя главная задача — довести вас до результата, а сделать это в течение 2-3 часов не получится, даже если я очень-очень захочу и буду иметь волшебную палочку. Вот, а марафон в течение 5-6 недель совершенно точно изменит ваше тело, изменит ваше представление, изменит вашу ежедневную рутину, и, скорее всего, что-то произойдет, и, ну, обычно научение происходит. Вот. Спасибо большое, пишите ваши комментарии, спрашивайте, задавайте, интересуйтесь, а мы встретимся с вами на других активностях. Всем хорошего дня, пока-пока.